Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня у нас интересная тема лекция, видеоурок, следующая точка. В39 Вэйянь используется всегда при легочной чуме. Итак, данной болезни не существует уже много лет на нашей планете. Но тем не менее, изредка она появляется, очаги. И ученые не могут дать объяснение, откуда она берется. Хотя данная болезнь передается каким? Воздушно-капельным путем. Вот вам, пожалуйста, данная точка В39 Вэйянь в помощь нам при, правильно, коронавирусе. COVID-19 сейчас по миру шагает. И вот все мы хотим иметь крепкий иммунитет. Так вот, одна из этих точек, мы уже говорили о точке F3, кто внимательно слушал наши лекции о коронавирусе, акупунктуры, которая принадлежит третьей точке, меридиану печени. К этой точке F3 можно добавить точку В39 Вэйянь. Мы о ней еще будем говорить в наших последующих лекциях огромную роль. Но эта точка всегда показана при легочной чуме. Это очень тяжелое заболевание, которое развивается, симптомы изменения в легких. Это первые симптомы, что мы наблюдаем в коронавирусе. Это и лихорадочное возбуждение, что мы то же самое видим в коронавирусе. Это одышка. Ну и, конечно же, человек может впасть в кому, и сразу же, что нужно человека выводить из комы, либо содержать его в коме. Вот, справится организм, либо не справится. Вот. Кто-то скажет, ну вот легочная чума, это не коронавирус. Конечно, это не коронавирус. Конечно, потому нужно что? Наблюдать за человеком. Но мы уже говорили, что на войне все средства хороши. Единственное, но, конечно, когда мы скажем, ключевой момент восточной медицины, это диагностика 12 меридианов, которая нам покажет общее состояние организма. Общее. Вот когда мы частенько говорим, вот иммунитет у человека слабый. А какой общий баланс у человека? У него хоть иммунитет есть? Или он весь воспалился, и все воспалены эти 12 меридианов, и несут это воспаление сумасшедшее, с повышенной температурой 38-41, и человек сгорает. У него жар в легких. Этот жар нужно потушить. Представьте, легкие – это иньский орган, а в нем жар и яньская энергия развивается. Вот вам, пожалуйста, нужно что? Точку Вэйянь. Тогда затормозить, расслабить, убрать эту энергию, которая что? И порождает сумасшедшие воспалительные процессы, которые яньская энергетика. Либо наоборот, у человека что? Слабость, вялость яньской энергии, господствует иньская энергия. И что? Не хватает энергии для борьбы с той или иной болезнью, в данном случае легочная чума мы говорим. То тогда данную точку, В39, Вэйянь, нужно в нее зайти и взять немножечко яньской энергии для того, чтобы сделать баланс инь и янь. Вследствие этого баланса что? И наступает выздоровление. Но помните, это общий подход, общий. Не надо думать, что только воздействую на эту точку. Все, я любую болезнь справлюсь с ней. Мы победим любую болезнь, мы любую болезнь. Нет, только общий организм, если вы подключите вместе все 12 миллиардов, вы справитесь с любым заболеванием. Но для повышения иммунитета и стойкости организма против коронавируса, и не только легочной чумы, точку В39 Вэйянь для профилактики вы можете тонизировать, активизировать. Спасибо за внимание.